Ростов нас встретил дождливой погодой. И у нас немножко переигрались планы. А мы, короче, едем сейчас в Таганрог, поэтому мы сейчас бежим на электричку, чтобы успеть пораньше туда приехать. Приехали в Таганрог. Тут идет дождь, но достаточно тепло и хорошо. Этот вокзал старый. Вот, на электричке мы доехали за 150 рублей. 2 часа. Электричка есть полуторачасовые электрички, вот, на которые мы должны были изначально. Я планировала поехать, но, конечно, мы за 16 минут добежать не успели, поскольку вокзал с поездами и вокзал с электричками, они, короче, на расстоянии там километр, наверное, друг от друга находится, поэтому, естественно, за 16 минут туда-сюда мы не успели, поэтому поехали мы чуть попозже. Трамвайчик какой у них красивый тут, таганрогский трамвай, сейчас мы на нем прокатимся. Есть тут недалеко от вокзала такой интересный круглый дом, вот, он где-то даже в каких-то 2 фильмах, по-моему, есть, там его снимали. А, только мы на территорию не пройдем, потому что все закрыто. Ворота, калитки, короче, все за забором. Такой вот колоритный здесь музей. Лавка Чеп называется. Улочка красных магазинов каких-то. Ну, какое-то такое тут все в одном стиле. У Макса ассоциация с Лондоном. Ну, то, что тут вот как будки их эти красные есть. Телефонные. Messing with my head again. You had your heart set on me, but these feels they come and go, and they come so easily. Tell me what it is about you that I can't forget. А это тоже музей градостроительства и быт. А сейчас мы направляемся в кафе, называется Фрекен Бок. Вот, оно такое все стилизованное и изнутри, и снаружи. Вот мы там решили, в общем, позавтракать. Причем это кафе, оно прям в списке достопримечательностей Таганрога. Солнечные часы в Таганроге. Часы есть, а солнца вот нет сегодня. Ну а теперь мы подкрепились и направляемся к набережной. И вот по такой вот красивой лестнице мы сейчас спускаемся. Ну есть, конечно, и другой путь на набережную, но вот мы, конечно же, идем по самому интересному. Ну вот мы и на Азовском море оказались. Находимся сейчас на Пушкинской набережной в городе Таганрог. Вообще не запланировано получилось. Просто мы понимаем, что мы едем в Ростов вчера вечером.
ну, с Воронежа. Ну, естественно, билеты у нас были до этого куплены. Макс такой говорит, а поехали в Таганрог. Поехали. У меня, конечно, немножко было сомнений, что мы там не успеем, все такое, но вроде как мы все успеваем хорошо по времени. Ой, красота, никого нет. Чудо просто. Я девчонка подготовленная, чтобы не сглаздить свои кроссовочки новенькие. Я сейчас вот, я бахилки утащила в Рамонском музее Ольденбургских, во дворце. И вот сейчас я одену и пойду вот по этому пляжу. Вот как мы путешествуем. Путешественница Алена одела белые кроссовочки. Я в Рамонском музее. Путешествует. Опа! Только мы, значит, во Фрекенбок собрались заказать себе десертик с кофеечком. Как Макс говорит, там на набережной есть ресторан «Альбатрос». И там есть пельмени из щуки в икорно-сливочном соусе. Это надо обязательно попробовать. Поэтому мы сейчас прошлись по набережной, дошли, ну, как раз прям от и до всю Пушкинскую мы прошли, набережную. Вот. И сейчас как раз идем пробовать новый блюд. Вот это вот блюдо мы выбрали. Сейчас мы будем пробовать. И на чизкейк я, пожалуй, соблазнюсь. Меню смотришь шикарно. В окно смотришь шикарно. Кофе по-восточному. Че Гевара, сердце Че Гевара. Чизкейк с карамелью. Это какой-то авторский торт от шеф-повара с птичьим молоком. И что-то там с гейшей. Танец гейши. Танец гейши. Вернулись мы, значит, в Ростов. Доехали с вокзала на автобусе до Театральной площади. Здесь, значит, драмтеатр, здание РЖД. Пока непонятно, нравится мне город или нет. В общем, мы по Большой Садовой проехали до площади Победы. И вот оттуда сейчас... Ой, Театральной площади. В общем, мы по Большой Садовой, по главной улице Ростова-на-Дону, доехали до Театральной площади. И вот отсюда сейчас стартуем в сторону вокзала. То есть то, только уже пешком с охватом местных достопримечательностей. Ну, таких близ расположенных, до которых не надо сильно много шуровать. 300 рублей, в общем, стоит со взрослого колесо обозрения. Если бы мы на полчаса раньше пришли, мы бы и за 250 успели. Ну, в общем, с 5 часов вечера, выходные и будни... Ой, выходные и праздничные, 300 рублей. Мягонько тепло. Очень комфортненькие такие кабинки, столики, сиденья мягкие. See.
видел город? Красиво? Мне понравился Дон. Там вчера солнце так падало, мы так примерно в золотой час попали. Там поля так высвечиваются красиво. Ну и там купола тоже блестели золотисто. Ну и дымка видна немножко. Ну и зелени бы, конечно, еще добавили. Ну, в смысле, лет. Так классно и недорого, наверное. А сейчас мы прогуливаемся по местному Арбату ростовскому, улица Пушкинская. И направляемся мы к центральной библиотеке. А вот и еще один Высоцкий. Государственная библиотека Донская. Вроде. Нравится тебе здание? Необычно. А внутри? Внутри не был. Сегодня выходной день. Но ты же видел картинки? Картинки видел. Красиво. Зелененько там, да, внутри? Да. Дошли мы до набережной, и здесь есть такая интересность, называется Парамоновские склады. Они заполняются водой, и там на картинках это очень интересно выглядит. Мне прям понравилось. Вот, сейчас посмотрим, как это на самом деле. Вода, как бы, она есть, но не там, где надо, как будто бы. На картинках она там, то есть вода находится в этих складах внизу, и такое, знаете, как будто это бассейны такие, она еще там такая зелененькая. В общем, красиво на картинках, вот, можно посмотреть. А сейчас, как бы, вот, нет. Такой вот небольшой обломчик, скажем так, случился. Ну, судьба. Пойдем на набережную. А вода прям здесь, как это видно, чистейшая. Макс, я боюсь тут переходить. Я упаду. Ну такое вот есть болотце, но это совсем не то, что было. Там на фото. Ну а в целом довольно интересненько выглядит так. Выход такой сразу на набережную. Хорошо. Набережная вроде благоустроенная. Набережная
по правую сторону, если смотреть на Дон. Ну, вот на этой стороне. Не на том берегу, а на этом. Ну, где центр. Вот здесь очень так хорошо. И всякие разные памятники там, ресторанчики. Справа от моста. После набережной мы отправились к зданию администрации. Здесь же находится парк Горького, ну его километр. Вот, а мы вообще идем сейчас в Гады и Раки. Раки и Гады. Да, Раки и Гады. Ну, понятно, сейчас там досидим, поедим, попьем и поедем уже на вокзал. Ростов. Нормально. У меня губы опухли. Очень вкусно было. Я прям с таким удовольствием давно раков не ела. Очень вкусные соусы. Вообще классно. Вот такая тут красота у них на вокзале. Ну, это не живые, понятно, растения, но выглядит хорошо.